С вами Роберт Дауни-младший. Рад и горд, что нахожусь здесь. И Чедвик Боузман, он же Черная Пантера. Пара вопросов. Да, конечно. Для тех, кто не смотрел противостояние. Быстро, Чернобыль! А можешь вкратце обрисовать события, предшествовавшие нынешним событиям? В том фильме между Мстителями произошел раскол на команду Железного Человека и команду Кэпа. То есть на его и твою. Ваканда. Загадочная, закрытая от мира. Скажи, в чем уникальность твоей родины? На что? Отчасти в ее таинственности. Там тьма природных ресурсов. Взять тот же вибраниум. Сколько еще у вас тайн? Да и у тебя кое-что... Да, кое-что имеется. Вибраниумный коктейль? Объем повреждений? Очевидно, не слабый. Лично я монархов не играл. Как вжиться в такой образ? Просто быть самим собой. Вот тут ты молодец. Только тебе решать, каким правителем люди тебя запомнят. Из того, что я видел, скажу, что ты попал в роль абсолютно. Ну ладно. Фильм должен быть бомбой. Ты отличный король и заслуживаешь успеха. Спасибо, спасибо. Да. Держись! Marvel представляет «Черная пантера».